Приветствую, Евгений. Рад Здравствуйте. встрече. Тем более, что прошло приличное количество времени. И многое, что за это время произошло, разного. Я очень надеюсь, что у вас были только позитивные события. Да, тоже рад вас видеть, Юрий Любимович. Вот так и есть, все движется хорошо по плану, можно сказать. Кто не знает, хочу представиться. Меня зовут Евгений, я автор, собственно, сайта astralionica.space, и также я веду канал на YouTube, вот, который недавно только открылся. Поэтому планы есть, и все развивается в своем, скажем так, позитивном ключе. Вот. И вы правильно заметили, что давно мы с вами уже не общались, поэтому вопросов и новостей накопилось. Вот. И я, собственно, предлагаю и начать беседу с новостей. Я думаю, что самая такая насущная новость в наше время и на ближайшее – это, конечно, выборы в США. Вот. Хотел бы обсудить их. Прогнозы, не прогнозы. Вот. И что вообще ожидать и почему они так важны? Все зависит от точки зрения. И вопрос совсем непростой, реально. Не только и не столько, потому что Америка пока еще имеет определенное влияние на события в нашем плане 3D, но именно в связи с тем, как, каким образом и через какие структуры, поэтому говорить об этом можно очень долго, идет влияние на эти события со стороны того, чего как бы нет до сих пор. То есть со стороны структур, условно обозначаемых чаще всего как глубинное государство, и те, кто использует этот термин, практически всегда. Они совершенно не понимают, о чем они говорят. Это просто уже заезженная фраза, за которой создано какое-то псевдопонимание всей этой системы воздействия, взаимодействия, противодействия. А если говорить как есть, то прежде всего надо говорить о ТКП и ее составляющей части МКК. Вот оттуда идет реальное некое управляющее воздействие на этот процесс. И в этом смысле, когда мы поднимаемся над песочницей, в которую вот все эти аналитики, специалисты по символам, знакам и всему остальному там копаются радостно, и каждый доказывает, что он лучше других видит. Вот когда мы над песочницей поднимаемся, хотя бы в полный рост, мы сразу понимаем, насколько это все несерьезно, отвлеченно, хотя, может быть, и интересно. Для любопытных, то есть для людей с бесконечным, безразмерным уровнем попыток что-то там познать. Без отчетливого понимания, а зачем, собственно говоря, тебе это нужно? И что тебе будет, когда ты реально с чем-то соприкоснешься настоящим? Об этом тоже люди не догадываются. Как бывает больно и как легко отправиться на тот свет. А некоторые не возвращаются. Мне повезло. Так вот, возвращаемся к этой теме. Там много есть чего, но если говорить об этой проблеме с точки зрения влияния ТКП и многого другого, то не важно, кто там выиграет, придет к власти и так далее. Там никто не приходит к власти. Давно уже. Там приходят к исполнению обязанностей, если называть вещи своими именами. И при этом современные технологии позволяют человеку быть в одном месте, а его голографическое изображение будет в другом. Одно из. А если нужно, очень хорошо сделанный двойник,
в некоторых случаях клон будет в третьем месте. Вот что такое влияние ТКП. Это по мизеру, по минимуму. Перед Америкой стоит совершенно другая сейчас проблема. И решение этой проблемы, к сожалению, находится совсем не только на территории самой Америки. Британка гадит. Ее задача сделать большой бада-бум для того, чтобы везде, по всему земному шару была сплошная сумятица, война всех против всех, каждого против каждого. В буквальном смысле. Вот какая задача стоит, как ее видит Британия. Потому что те, о ком я говорю, они, выражаясь языком или словами Алекса Кольера, загнаны в угол, реально. Но у них еще не все ниточки обрезаны, властные. И поскольку они прекрасно знают, что с ними будет в определенный момент, который приближается неминуемо, и я об этом еще скажу, пощады им не будет. И им предстоит участь, хуже которой во Вселенной нет ничего вообще. По сравнению с чем любые там казни – это детский лепет. Вот что им предстоит. Поэтому они будут гадить до последнего. И одна из этих задач – постановка Америки на уши, гражданская война и так далее. И это то, о чем идет речь. Между прочим, серьезно, в серьезных кругах. Я тут ничего не нагнетаю. Я об этом, кстати, и раньше говорил. И именно так. Если кто давно и постоянно смотрит мои обращения и беседы. Вот главная проблема. Не кто там президентом будет, а удастся ли ввергнуть Соединенные Штаты Америки, а значит, очень большое количество и многих других, кто снимет в тех или иных отношениях, в эту взаимоуничтожающую бездну. Я многое могу сказать на эту тему и даже мог бы поделиться кое-какими размышлениями, но ограничусь только одним намеком. Смотрите, за кем будет Национальная гвардия. Это все, что я могу себе позволить. Ну да, собственно, после прошедших в 2020 году выборов были такие кадры, что Национальная гвардия не отдавала честь президенту Байдену, который на своем кортеже проезжал вдоль Белого дома. Да, Евгений, много чего другого такого же было. И вот, друзья, понимаете, без знания этих механизмов взаимодействия цепочек, не цепочки, а цепочек, разных частей ТКП Америки, а там, ну, как минимум, это ВМС, ВВС, конкурирующих друг с другом. Там еще и другая есть, напрямую курирующаяся уже просто с Британских островов. И это такое варево. Это цепочки. Как они между собой взаимодействуют, какие используются механизмы, структуры известные, неизвестные. И как это все отражается именно на поведении Национальной гвардии. Вот что очень интересно. И здесь, друзья, мы не будем с Евгением сегодня обсуждать тему Национальной гвардии. Просто кому интересно, погуглите, что это такое, какой вес, какую роль играет эта структура, военизированная в Соединенных Штатах Америки. Вы многое поймете. Ну, как я понял, выборы в США есть некая борьба структур всего лишь, да? Но в чем тогда состоит воля народа? Она как-то проявляется в этом процессе, так или иначе влияет на него? Да, безусловно. Потому что не важно, что происходит в 3D, важно, что происходит в 4 и 5D. И это именно то, о чем и Кольер, и я много раз говорили. Без проявления личной, индивидуальной воли, то есть без совершения выбора, у нас нет будущего вообще.
Вот в чем состоит принципиальная важность этих выборов и любых других. Я выражаю свою свободную волю, основанную, и вот тут самое важное, на чем? На моих убеждениях, на моих принципах, на моем желании или проплаченное. И тут, извините, приехали, да? Вот самое важное, мотив. Мотив определяет истинную суть происходящего. И это является действительно самым важным. Оно исследуется непрерывно, онлайн, без каких-то там передышек или еще чего-нибудь. И все стекается к определенным системам передачи этой информации, обобщенной, структурированной. Простой пример, Евгений. Я думаю, что нашим друзьям будет интересно. В беседах с нашими друзьями космическими очень многие вопросы встают неожиданным образом. Когда у них есть время, друзья, я подчеркиваю, когда у них есть время на это, они отвечают на некоторые наши вопросы, любые, кроме тех, ответ на которые нежелателен и даже опасен. Либо для спрашивающего, либо для ситуации. Это отдельный разговор. И вставал иногда такой разговор у нас о системах правосудия мировых. Где, как, что происходит. Но совершенно упрощая, но тем не менее, утверждая определенную правду, как она есть в Америке, там много чего может себе позволить. Соврать в присутственном месте, сказать неправду, лжесвидетельствовать, ну и так далее. Кроме одного священного места. Это Конгресс Соединенных Штатов Америки, перед которым под присягой, если ты соврал, это что-то очень запредельное. За редкими исключениями, и мы знаем эти исключения, которые покрывались войной, например, в Югославии, да, вот такое исключение, вот чего оно стоило миру. И, кстати, это все учитывается, как штрафные очки для этих самых персон. Но это факт. Ну и в результате выяснилось следующее. Вот точно так же, как это самое место, находящееся в здании Капитолия, также и в его прообразе, в римском Капитолии, также и в других местах, между прочим, нынешний Стамбул, бывший Константинополь, Москва, есть другие места, которые на семи холмах. Чрезвычайно интересная, ну, увлекательная тема, но я сейчас просто ее обозначу вот как. Я общался с много кем, и в том числе с друзьями, которые у меня геологи есть, друзья. Это, кстати, еще с уфологической поры, потому что нам приходилось расследовать некоторые события и привлекать геологов. И вот так между собой, за чайком, как-то один, почему-то, я не помню в связи с чем, сказал, а вы знаете, мы изучали Москву вдоль и поперек. И вот у меня, как у геолога, твердая уверенность, я могу доказать, что эти холмы искусственные. Друзья подтвердили, да, и делалось это совершенно не для того, чтобы в ландшафтный дизайн поиграть и так далее. Это система концентрации и передачи информации в кураторский центр. В результате чего? Там, мягко выражаясь, очень давно знают все о том, что происходит на шарике, со времен Атлантиды. Это не негативные, это те, кого можно назвать прямые кураторы, находящиеся под законом первой директивы. Очень давно. Но с некоторых пор у них руки развязаны. Вот так вот. То есть это не просто почему-то там нельзя врать. Ну, мы говорим сейчас про Америку, да? А какие-то структуры сделали так, что это там возведено в нечто особенное, в
Очень особенная. И, ну, так принято, да? А то, что к этому приложили руку господа тамплиеры, потом розенкрейцеры и другие представители сакральных сообществ, ну, мы-то знаем, что так оно и было. В Вот этом такие смысле дела. интересно, интересно, что появилось впервые, яйцо или курица, город или холмы. И не удивлюсь, если там окажется пирамида в этих местах, как передатчики энергии, информации. Об этом пока умолчим. Так, Хорошо. аккуратно. Хорошо. Ну, предлагаю, если у нас Британка стоит в краю угла, поговорить немного о ней, какие процессы сейчас там происходят, вот, и в том числе с уфологической точки зрения. Вот король Карл, тут пресса британская пишет, летал на аппарате НЛО, вот, и его также призывают раскрыть всю информацию касательно Да, причем НЛО. его призывает не кто-нибудь, а Ник Поуп. Это настолько забавно для тех, кто знает тему. Ник Поуп его призывает. Это просто цирк Шапито. Да? Изучите, пожалуйста, друзья, вот эту фигуру. Ник Поуп. Когда он появился, откуда он взялся, что он делает. Да? И британцы и тут укололи Америку. Они теперь намекают, что это они первые начали раскрывать тему НЛО или каких-то видов взаимодействия официальных структур с темой НЛО. На самом деле это все тоже укрывательство, но британцы умеют вести, подать себя так элегантно. Поэтому я не буду говорить, кто такой Ник Поп, но это такая же фигура, как и в Америке такой слегка, чуть-чуть такой бородатый мужичок по фамилии Алонсо. Это все цирковые ребята, выполняющие свою функцию. Теперь, если говорить серьезно, главные по иерархическому смыслу и значению базы действительно территории Британии. Никакая зона 51, ни там еще что-то в Австралии. Там по техническому оснащению может быть круче. Но в иерархическом смысле Британия там главные базы. И мы знаем об этом уже теперь совершенно наверняка из разных программ, совершенно разных. Из программ продолжений МК Ультра и многих других секретных. От тех, кто там был и кого убили. Одного вот в Польше англичанина на тот свет отправили за слишком сильную разговорчивость. Ну и здесь можно еще что сказать, разного другого, но надо понять, что все, что попадает в прессу, это та или иная степень фильтрации, во-первых, а во-вторых, наведение тени на плетень, создание дымовой завесы, причем многоуровневой, многослойный. Ни на каких НЛО принц, бывший Чарльз, а нынешний король, не летал. В теме ТКП вообще нет такого понятия НЛО. Там все знают в этом смысле все о техногенных вот этих аппаратах. В ТКП могут не знать что-то конкретное о кораблях и каких-то, я аккуратно называю это, искусственных механизмах, которые находятся здесь с санкции космического альянса светлых сил. Вот тут у них может отсутствовать информация. Но никаких НЛО там нет. В этом смысле, кстати, уфология это вот такой же канал отвлечения людей куда угодно. Вот лишь бы они не хватались за тему ТКП. Такие люди, как Карлуша, они избавлены от необходимости сидеть там за каким-нибудь штурвалом, еще чем-нибудь. Это не их дело.
их дело пользоваться определенными технологиями, среди которых главное – это портал, портальные технологии, а не какие-нибудь посудины, для проведения определенного рода переговоров, дискуссий, бесед и так далее, результатом которых могут быть, между прочим, какие-нибудь новые технологии, новые посудины и многое другое, созданное земными умами и инженерами. И совершенно не обязательно, что они находятся на Земле с некоторых пор. Поэтому и к этому, к этой теме, то есть Британия и НЛО, и там царственные персоны, надо также спокойно относиться, как и такого рода информации, публикующейся в обычной прессе об Америке, ну и о России, кстати, и о Китае. Много чего говорят и пишут. Ну, вот в этом ключе недавно тоже была новость о том, что 17 дней, кажется, если не ошибаюсь, НЛО, неопознанные объекты, или БПЛА, как еще назвали, кружили около американской базы. Вот что, в принципе, невозможно совершенно представить. Да. Вот это из такого же разряда. Это из такого же разряда. Это не то, что не смешно. Это вообще никак в теме ТКП. Ну, некая сила себя обозначила каким-то образом. И это оказалось слегка неожиданным для определенных структур в ТКП. Я могу намекнуть на какие, те, которые там с крылышками, а не с грибным винтом. Для них это оказалось сюрпризом. Евгений, кто-нибудь внятно вообще на нормальном уровне объяснил феномен появления движущихся огней над Капитолием и Белым домом в 1952 году? Это парад НЛО. Кто-нибудь, где-нибудь, вы читали? Это же до сих пор... Замяли и все. Это до сих пор НЛО, которые взялись непонятно откуда, правильно? Поэтому это один ряд. Это буквально один ряд событий. То, что за ними, повторяю еще раз, стоят определенные силы, это совершенно определенно. Мы-то знаем, что в 52-м году немцы, условно, антарктические, они показали, кто в доме там хозяин, и что дальше будет. Такие же парады над Советским Союзом были. И что, мы читали об этом где-нибудь? Ну вот. Так что тема НЛО с некоторых пор, по нынешним меркам давно, для меня ноль интереса представляет. Потому что это ни о чем, в буквальном смысле. Примерно как птицы в Латвии, да, на военной базе. Да, примерно так. Недавняя новость, да. Примерно. Касательно немцев, которые уже являются, по сути, отколовшейся цивилизацией, хотел спросить, а ведь они, скажем так, совершили довольно радикальный шаг в своей истории, истории человечества в принципе, да, натворили очень много дел и всего остального, и, как я понимаю, с этим всем багажом они так или иначе будут считаться и, возможно, считаются. Вот, в этом смысле хотел спросить, они, им придется, условно говоря, исправить то, что они сделали, для того, чтобы... Они, ну, это уже делают. Там, да. Они это уже делают. Но, Евгений, когда мы касаемся этой темы, надо сразу сказать, что это, во-первых, это часть, это всего лишь одна часть отколовшейся цивилизации, которая находится по отношению к нашей технологически, ну, на многие десятки тысяч лет впереди. Да? Так вот, эта часть, она действительно имеет свою историю, свою уже мифологему и многое другое. И свои владения за пределами, как минимум, нашей Солнечной системы. И там есть у них определенные проблемы, которые перед ними встали в полный рост. И они их уже решают. Ну, Пенни Брэдли, не только она, но она больше других рассказала об этой ситуации с планетой, где у них была колония. И как галактический совет им сказал, что надо делать очень быстро. Они не сделали. Им показали, что будет дальше.
а потом дали возможность ситуацию исправить при правильном использовании технологии работы с временными линиями. Им дали такую возможность. Они ее начали выполнять. А другая часть отколовшейся цивилизации земной, частью которой является Solar Warden, Солнечный Страж, и Radiant Warrior, Лучистый Воитель, они себя как показали? Они начали перехватывать эти космические посудины, на которых возвращали людей благодаря этой позитивной немецкой программе, и опять начали запихивать их в рабство. В этом смысле немцы уже выглядят как-то, ну простите, но более позитивно. Они четко начали выполнять программу, которая перед ними встала в полный рост. А земная отколовшаяся цивилизация вот так себя показывает. И поэтому еще непонятно, с кем более круто придется каким-то силам разбираться. И это уже происходит. Я так понимаю, они действуют, потому что они так действуют, потому что не понимают, что рубит сук, на котором сидят, в том числе. Здесь очень много факторов, которые можно упомянуть. Настолько все переплетено и настолько сложный механизм взаимодействия вот этого всего друг с другом. Ну, пример, БРИКС. Да? Ну, нам показывали что-то там в виде видеокадров и многого другого. Хорошо, друзья, много раз об этом говорилось, я еще раз подтверждаю, что нам показывают актеров, которые успешно играют роли им предписанные. На самом деле, ну, во-первых, все было до. Потому что главное лицо России встречался и имел очень серьезное взаимодействие с очень высоким уровнем. Очень. И получил определенные ценные указания и карт-бланш на определенные действия. Сразу после этого началось вот это шоу, которое, между прочим, уже на уровне просто 3D, оно очень сильно повлияло на умы. И Запад пресловутый, он там, сквозь зубы вынужден был многое признать. Звучала ли там тема ТКП? Конечно. Кто ее показал? Конечно же, никто и не собирался. И там собирались на троих. Там Россия, Индия и Китай. Вот три главных игрока. Эти три главных игрока и влияли до сих пор на все, что дальше происходит и на уровне ТКП, и уже теперь 3D в мировой экономике, политике и всем остальном. И именно так это надо понимать. Ну и, конечно, там последствия теперь будут очень серьезные. Другая сторона, мы назовем ее так, противоборствующая, оперативно отреагировала на ситуацию и послала своего соглядатая. Вот в какой роли туда приехал очень важный чиновник ООН. Попытка разведать. Получить информацию, разведать, разнюхать. Да? Что он получил? Извините, друзья, вот. Тут же мгновенно изменение его позиции и выкладывание неприятных вопросов перед актером под названием ВВП. Не то зря есть... этот саммит перед выборами прошел. Это же тоже все связано. Тут очень многое связано, но если до 2016 года эти ребята имели доступ к программе «Зеркало», Looking Glass, то потом уже все. И теперь эти технологии, ну, фактически оперирования в ближайшем будущем уже у кого-то другого. Вот в чем дело. И вот что
наводит ужас на эту публику. Ну, то, что события движутся в позитивном ключе, я думаю, говорят такие нюансы, что вот вы мне сегодня видео прислали, там, где Небензи напрямую называет уже Великобританию, да, отчетливо, куратором без Украины. Да. обиняков, совершенно конкретно, даже так выделив это дело. То, что невозможно было представить еще некоторое время назад. Да, некоторое время назад это вот Запад, это что-то такое, а тут все. То есть... Евгений, вот он Рубикон, он перейден. На самом деле, я сам заметил, что политическая ткань, так или иначе, она в последнее время просто насыщена всякими такими тонкостями, которые стоит замечать. И вот через эти тонкости где-то оговорки, это где-то какой-то юмор, да, вот под этими всеми вуалями, скажем так, скрыто. На самом деле информация, очень ценная информация, которую не всегда можно донести прямо. Вот. И, в принципе, в этом и заключается тоже часть вот политики, да, умение формировать такие вуали, да, или ширмы. Вот. И тот, кто имеет глаза да увидит, да, уши да услышит. Конечно, и Евгений, здесь в наше время... Надо иметь в виду огромнейшее количество факторов, которые могут так или иначе себя проявить. Я предпочитаю говорить о тех факторах, которые можно проверить. Я стараюсь делать так, чтобы это можно было проверить. Ну, простой пример поведения нашего солнышка. С точки зрения классической Нобелевской астрофизики, сейчас мы переживаем период активности Солнца. Ну, есть такой 11-летний цикл и так далее, да? Значит, вот этот год и следующий – это активность Солнца. Но, друзья, я общаюсь со многими своими коллегами, у меня есть среди астрофизиков с тех НЛОшных времен много приятелей, друзей, знакомых. И в конце концов есть совершенно такие, упрощенные версии этой информации, типа резонанс Шумана, канал на YouTube, который просто показывает графики, поведение Солнца и многое другое. Если регулярно, друзья, регулярно эту информацию исследовать, становится много интересно и понятно. Когда вы сопоставляете это с официальными данными, с выступлениями ведущих мировых астрофизиков и другими, и, очень важно, и начинаете вспоминать, а что они говорили на эту тему, ну, например, где-то году так в 2009-2010, я очень хорошо помню. А кто хочет послушать на эту тему, на канале Астралионика в YouTube есть мое интервью, которое я давал Первому Балтийскому каналу. Это филиалу главного российского канала в Балтии. Я им давал интервью в нашем офисе. Я им говорил, приводил в пример именно этот факт. Когда научное сообщество астрофизическое собралось такой кучкой могучей и сказало, а мы ничего не понимаем в поведении Солнца и не можем ничего предсказывать с тех пор. То есть мы, ученые Нобелевского уровня, ничего теперь не можем сказать толкового. Когда все это вместе соединяется с тем, что я сейчас наблюдаю, у меня иногда появляется желание задать вопрос нашим друзьям. Те многое подтверждают. Первое. Да, Солнце проходит определенный период эволюции, в котором есть и эти... Ну, для них это сверхмалые циклы. Простите, друзья, для них 11 лет, ну, когда они там живут по 200, по 300 с чем-то, ну, так, это как минимум. Это что-то такое. То есть, да, они подтверждают, но... Я начинаю их спрашивать вот о чем. Мне пишут очень многие и друзья нашего канала, и ко мне обращаются мои, в конце концов, пациенты, люди, которым я помогаю. И говорят, я не могу объяснить, но что-то происходит. Такое происходит, что как будто все ускорилось, я ничего не успеваю, и внутри необъяснимые языком процессы. И некоторые из них... идут совершенно комфортно, а некоторые вызывают какие-то блуждающие боли, которые быстро проходят, и все. И в этом хорошее настроение.
Я упомянул только маленькую толику этой симптоматики. И себя наблюдаю со стороны. Значит, ну, те, кто внимательно и серьезно относился к моим интервью на тему здоровья на канале Астраленика, они знают, что я и на эту тему многое чего говорил. А сегодня могу сказать только одно. Еще раз, во-первых, повторив, что фактор времени, он не каким-то образом субъективен, он физичен применительно к понятию энергии. И они взаимно связаны, время и энергия. Я доказывал и могу доказать это любому желающему, буквально росчерком пера, написать одно слово, в нем, в английском слове, все это есть. Да, и оно подтверждается математикой и физикой нашего советского физика и астрофизика, астронома Козырева. Там все это есть. В английском слове это в английском языке это в одном слове, а у него это развернутая физика, которую до сих пор никто не опроверг. Никто. Это жесткая взаимосвязь. Так вот, солнышко наше сейчас переходит, ну, чтобы попонятнее было, в регистр не просто более белой звезды, чем желтой, а это уже добавление тех частот и вибраций, как мы любим говорить, которые же в большей степени соответствуют формату 4D. Евгения, это много чего значит. Это и есть тот позитив, о котором я тоже постоянно говорю. Для нас, для тянущихся к свету, для тех, кто пытается внутренний свет вот из этой божественной частицы разливать вокруг себя через правильное применение золотого правила, так и надо жить. Для нас это приближение нашего желанного будущего. Для тех, кто действует обратно мною сказанному, для них страх и ужас, потому что исчезает сама физика мира, через которую, включая электромагнитный спектр, через которую они на нас могут воздействовать негативно. Это у них уходит. Это не значит, что они не могут сделать больно. Могут. Каждый день чувствую. Но это убыстряет эти процессы, о которых я говорю. Ну и порталы, наверное, у британской семьи перестают работать, потому что их технология уже не встраивается в новую реальность. Ну, вот. С порталами все тоже очень интересно, потому что очень многие портальные системы в ТКП построены на использовании естественных, природных энергий. Хотя для них создать временный портал в любом месте – это не проблема. Для определенных структур тем более. Но действительно это все труднее, потому что это все под контролем. Просто появление портала мгновенно засекается, и тут же исследование, и тут же воздействие. Ну, от себя могу добавить, что выложу тогда интервью, ссылку на интервью Первому Балтийскому каналу к этому видео, вот, чтобы новые друзья канала могли ознакомиться с этим интервью. Еще хотел немножко прокомментировать как бы работу сайта, потому что я его делал с максимальной нацеленностью на то, чтобы можно было легко найти нужную информацию. Поэтому меня немножко удивляет иногда в ваших обращениях слова о том, что кто-то не может найти тему аутоназоды. Ну, это просто на главной странице, там даже ссылка выложена, которая ведет на многочисленные интервью на эту тему. Я, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, что сайт работает, на него очень много людей заходят и получают там нужную информацию. Это первое. Честь вам и хвала. Вот прямо так и говорю. Во-вторых, я лично в некоторых таких комментариях находил эту тему и просто писал людям, да, обратитесь ко мне, давал ссылку на себя, на свой адрес.
и выяснял, чего они конкретно там не могут найти. Ну, практически всегда выяснялось, что либо этого не было, то есть это подсадные какие-то ребята или боты, или как, я не знаю, как их там называть, которые просто портят воздух в помещении. Это их задача, они за это, может быть, даже что-то получают. Либо человек вообще, два раза было, два таких случая, когда человек вообще не на тот сайт зашел. Я не знаю, на какой сайт он, они заходили, и для меня это было удивительно узнать, что что-то такое есть. Может быть, они что-то с чем-то перепутали. На самом деле, каждый, кому это интересно, по большому счету, все там находит, все работает нормально, мне многие пишут, что без проблем. Ну, я очень рад, потому что, да, это все-таки основная цель, для которой сайт создавался. А раз уж мы заговорили об астрономических событиях, мне вспомнились тоже недавние новости, что у нас тут вторая Луна прилетела, вот, и комета какая-то невооруженным взглядом появилась, наблюдаемая, вот, которая 80 тысяч, раз в 80 тысяч лет появляется. Вы тоже можете прокомментировать это событие? Ну, если говорить раз 8 тысяч или там 30 миллионов лет прозвучала такая цифра тоже. И с такими еще добавками в виде таких как бы научных комментариев, я сейчас имею в виду по радио, по телевизору, вот это просто вот уши вянут, такое слушать. Сплошь и рядом слышно было, что это было еще во времена динозавров. Слушайте, ребята, динозавры вроде как 65 миллионов лет назад вымерли. Так, ну вы там сведите дебет с кредитом как-нибудь. Это все смешно, конечно. Точно так же, как вычисление этой орбиты, если угодно, или линии путешествия этой кометы. Это все, вот берете палец в рот, обсасываете и дальше на ветер. Откуда дунет, то и будет сказано. Надо что-то говорить. Вот они говорят. А то, что в ТКП первыми, в общем-то, получили эту информацию, что это такое и что теперь будет. И какой очень сильный перевес, так раз и мощно, на чьей стороне обозначился в связи с прилетом чего-то удачно вписавшегося в эту как бы комету. Вот это отдельный разговор. Об этом и имеет смысл говорить. Я об этом, что я мог, но что мне было дозволено, то я и обратил внимание. И пока этого достаточно, потому что ну, это еще один камень в основании того, о чем я только что говорил. Наступление светлого времени, который впереди. Вот так. Ну, не зря наши предки, собственно, связывали появление этих космических небесных тел с очень ключевыми событиями, да, в истории Земли и их самих. А еще такая интересная тема. Вы упоминали как-то, может быть, месяц-два назад, что заключение договоров ТКП происходит каким-то очень интересным путем. И вообще эта процедура, она не совсем обычная. Вот, если можете, раскроете эту тему. Из того, что я могу сказать, реально, и то, кстати, что мне подтвердили вот эти ребята, которые с некоторых пор регулярно выступают на канале Астралионика. Один из них сказал больше, подтвердил больше. Многое зависит от уровня иерархии, на котором заключается тот или иной договор, степень его влияния на те или иные виды взаимоотношений определенных сторон, и под сторонами могут пониматься космические цивилизации, группы каких-то деловых структур, их другим не обозначить, потому что там и финансы, там и нефтянка, там все что угодно может быть, и каких-то промежуточных инстанций. Вот от чего зависит степень
особенности средств, обозначающих верификацию договора. Это в том числе, может быть и какое-то вещество, используемое в качестве чернил, если угодно, в котором может быть код ДНК чей-то. Вот так. Ну и, как я понимаю, действия договора, они не ограничиваются только какой-то физической оболочкой подписанта, как у нас здесь в обычной жизни. То есть это, условно говоря, может переходить из жизни в жизнь. Масса вариантов, буквально масса. Я уже сказал, это от многих факторов зависит. Ну, например, чтобы еще друзьям наших каналов было понятнее. Например, вот прилетала главная хвостатая сущность на Землю, да, для того, чтобы помазать на владычествование нашей планеты британской особы. С подписанием чего-то. Это один уровень. Заключение договоров между какой-нибудь структурой, условно обозначенной, допустим, Skunkworks. Это подразделение, одно из подразделений очень большого конгломерата аэрокосмических компаний с представителями какой-нибудь бизнес-структуры в поясе астероидов. Это другой вариант. Вот два примера. А могут быть, совсем вроде как такие земные. Это заключение договоров о взаимопомощи, об обмене технологиями на уровне вот этого триумвирата, о котором я сегодня говорил, Россия, Индия, Китай. Это еще один уровень. И для каждого уровня выбирается свой вариант верификации поставленных подписей. Все зависит от целеполагания. Безусловно. И я еще раз хочу сказать, что эти договоры подписываются действительно первыми лицами. Там, простите, никаких голограмм или актеров не участвует. И там все очень серьезно. И исключаются какие-либо игры на двух-трех стульях и так далее. То есть в этом смысле, еще один нюанс, да? Вот в этом смысле. Эрдогану, например, сейчас не позавидуешь. Поняли про стулья намек? Да, конечно. Вот его горячее, понятное по-человечески желание продлить свои земные годы, оно, к великому сожалению, и не только для него, но и для очень многих действующих сторон на мировой шахматной доске обернулось чем? А тем, что теперь лекарство, продлевающее ему жизнь, британское, определяет очень многое в его поведении. С тех самых пор, когда он резко поплохел. Был же такой период. Все это видели. Он просто загибался. Он из самолета толком выйти не мог. Он шатался. Раз как-то слегка приободрился. Вот вам этот период. И что? Вот теперь вот, чего там лекари ему скажут заморские, то будет делать по большому счету. При этом это не значит, что уж совсем он такой безнадежный, но это пример игры в долгую. А долгая кончается, вот в чем дело. Сроки-то поджимают, именно поэтому эта игра уже становится очень видной. И в том числе и в поведении главного турка и многих-многих других, которые пытаются использовать эти фигуры в качестве таких инструментов, попыток хоть что-то в виде индульгенции себе набрать. Чтобы было более понятно, о чем я говорю, относительно недавно Ватикан как вдруг ни с того ни с сего
обратился к миру, ну, давайте замиримся, да, давайте Украина пусть с Россией подпишет мирный договор. Было такое совсем недавно, да? Ну, буквально, вот ни с того ни с сего, бах, и такое обращение. При том, что мы хорошо знаем о влиянии хвостатых и на Ватикан, и на главный остров. И это не противоречит одно другому. Это то самое попытка создать хоть что-то, что потом можно использовать в качестве отмазки. Ну, хоть какой-то. Для кого-то очень-очень важного. Очень. Совсем важного. Так и с главным турком, и с многими другими, которых принуждают сейчас все активнее себя показывать. Ну, для него и БРИКС закончился раньше остальных. Вынужден был улететь обратно. Ну, все, кто внимательно слушает нашу беседу, все поняли. Да? Так же, как с главным ООНщиком, так и с другими. Да. Еще такой вопрос, Юрий Рубинович. Вот я не помню, от какого инсайдера прозвучала такая информация, что в колониях Драка все системы рабства, они открыты. То есть, в принципе, рабы, они знают, что они рабы, и там никто ничего не скрывает. Почему у нас на Земле это носит закрытый характер, то есть неявный? Во-первых, не совсем уж везде. Не надо забывать о том, что Драко являются собой чрезвычайно развитую расу космическую. Чрезвычайно. У которой огромное количество развитости заключается в их интеллектуальной силе и психоинтеллектуальной силе. Отсюда способность и видеть далеко. А при их еще чрезвычайно долгоживучести, тысячи и тысячи лет, это к чему-то обязывает. В том числе к тому, чтобы уметь видеть определенные процессы в эволюции, они их учитывают. И далеко не всегда необходимо что-то жестко сделать для того, чтобы получить желаемое. Самое-самое для них, вот самое, при том, что они о карме знают больше, чем все наши вумники земные, вместе взятые, со всеми их учителями, гурами и всеми остальными. Потому что для них это физика. Причем на таком уровне, который нашей Нобелевской науке вообще не снилось. Для них самое-самое-самое – это чтобы сами-сами-сами. Вот. И тогда, ну, достигнет карма и эти все дела. Перед Вселенной не спрячешься. Но это отодвигается, отодвигается, отодвигается. Это первая часть ответа. Вторая. На Земле это тоже было не всегда. Здесь были разные периоды. И были периоды, когда они владычествовали очень серьезно. Очень. Через разные способы осуществления этого подавляющего владычества. Особенно, когда здесь начиналась междоусобка между человекообразными, которая приводила, и мы знаем, к чему. Вон, противостояние Лемурии и Атлантиды к чему привело? 11 тысяч лет назад. К тому, что планета просто пошла кувырком. Прилетел астероид, ну, в общем, и так далее. Но были и другие времена. Как только начинается междоусобица, это дает возможность хвостатым навязать более жесткие условия. Кстати, один из таких вот неприятных вариантов – это пресловутая Махабхарата. И очень часто друзья наших каналов мне задают вопрос, а что это вот такое? Что там было? Кто там все-таки на самом деле друг с другом воевал? Мы об этом спрашивали наших космических друзей. Они стараются использовать термины, принятые у нас в нашей вот этой системе квазимифологем и многого другого. Поэтому очень коротко, если это определить, это была одна из финальных стадий в противостоянии между Лемурией
и сильнейшей группировкой анунаков. Вот что это было. Кстати, если по-настоящему серьезно читать Махабхарату, там огромная часть информации как раз об этом, друзья, а не о битве или там, значит, песень любви, еще что-нибудь такое. Там же колоссальное количество космической информации о космосе, о его устройстве, о разных космических расах, о много-много чем еще. И на это обращают до сих пор на самом деле меньше всего внимания, а все внимание сосредоточено. Вот где было поле Курукшетра? Вот где оно там было? Оно было в Индии или там, где сейчас что-то происходит? Я согласен, друзья, это все очень важно. Но давайте учиться видеть главное. Тогда нам будет по-настоящему понятен масштаб той земной трагедии, противостояние двух человеческих рас, вылившееся во взаимное истребление, значит, ослабление эволюции рода человеческого на Земле в угоду каким-то другим силам, которые тут же этим воспользовались и себя проявили. Может ли быть это еще связано, ну, то, что у нас скрытая система, все-таки так или иначе, с тем, что у них не получается просто после того, как сейчас не получается ее здесь насадить из-за того, что наша роль, скажем так, или наше значение уже 2000 лет назад было обозначено приходом сюда Духа Христа. То есть это является неким таким маркером, нашим маркером или нашей защитой, да, которая является катехоном для того, чтобы они здесь смогли реализовать полностью свои планы насчет нас. Да, конечно, но далеко не только это. Мы, понимаете, Евгений, мы еще, я выражу только свое личное мнение, мы еще не доросли до полного понимания миссии того, кого мы называем определенным именем и связываем это с космической миссией, которая называется Христос. И меня очень многие до сих пор просят, ну скажите, ну как же все-таки, я извиняюсь, меня тут отвлекают, как же звали, друзья, какая разница? Мы-то знаем, что Новый Завет написан в виде каши, описывающей нескольких людей и их жизненные подвиги. Тот, кого мы называем носитель энергии Христа, его звали Хартун, я об этом уже говорил, и больше повторять не буду, для меня это слишком серьезно. Так его, под этим именем его знают все светлые космические силы. Вопрос, важно ли его земное имя, или нам надо думать о космической сущности этого подвига великого. Ведь это было не просто провозвестие, это вызываю огонь на себя. Вот что это было. Причем в масштабах, я еще раз повторяю, нами до сих пор непредставимых, насколько это было колоссального уровня явления. Именно поэтому там, на этой земле сейчас это. Вот там. Подумайте, на протяжении такого количества лет эти вибрации там работают. Да. Ну, у меня, собственно, все. Может быть, какие-то пожелания или заключительное слово. Ну, во-первых, я очень надеюсь, что наша встреча не последняя, что созреют еще какие-нибудь вопросы у друзей наших средств общения с людьми. Во-вторых, планируется новая встреча с Владиславом Платоном в ближайшую среду. Я очень надеюсь, что это не отменится. В-третьих, мы продолжаем работу с теми, кто готов делиться с нами
своими воспоминаниями о их работе в ТКП. И, друзья дорогие, я очень призываю вас к правильному пониманию этого процесса. Поверьте, то, о чем они говорят, это настолько больно для каждого из них, что-то не описать. Они об этом не говорят. Но вот Аландра, например, да, Маркман, он после первой беседы, он вынужден был обратиться просто к медицине. Это невыносимо для него было. И он прошел через этот этап и по собственной воле сказал, что мы будем продолжать беседы. Это непередаваемо, насколько это может быть больно. При этом никогда не говорил, что все, о чем они говорят, это истина в последней инстанции. Это просто часть мозаики, которая складывается с другими частями, о которых говорила Пенни Брэдли, многие другие, кто выступал на канале Астралионика и кто есть на сайте astralionica.space. Мы занимаемся главным. Мы предоставляем возможность самим услышать и сделать выводы. И при этом я постоянно призываю друзей наших каналов, работайте сами. Если вас что-то заинтересовало, если вы в чем-то сомневаетесь, дай Бог вам выдержки, терпения и удачи, в конце концов, информационной, в том, чтобы найти что-то на эту тему, которая вас заинтересовала. А если будут конкретные вопросы, если вы посчитаете, что вы не нашли ответов, обращайтесь. Мы стараемся все учитывать и отвечать на все эти вопросы. И последнее. Раз уж такая возможность есть, я еще раз благодарю всех, кто принял и принимает участие в сборе средств в помощь Александру Черкасову и в той ситуации, которая сложилась с его подрастающим поколением. И очень надеюсь, что это будет продолжено. Сейчас многое, мы очень многое там смогли, все идет как надо, и осталось совсем, ну, скажем так, из того, что сделано, процентов 15 осталось. То есть пока еще помощь нужна, и я не буду вдаваться в подробности, мне Александр не дал на это разрешение, но поверьте, ему самому сейчас нужна помощь. Единственное, что я могу сказать, и я надеюсь, что помощь будет оказана, и он будет работать в таком же ритме, к которому мы уже все привыкли. И все наши запланированные интервью, его работа как переводчика и работа как искателя, я ее называю радар, в этом поле, она будет продолжаться. Я уверен просто, что так и будет. И вот оно, поле нашей взаимной поддержки. Вот оно, если угодно. Поэтому мы еще много что услышим и много над чем нам придется подумать. А самое главное, я много раз об этом говорил и сегодня подчеркиваю, самое главное это, что я лично делаю здесь и сейчас, там, где я нахожусь. И в процессе делания, прежде всего по золотому правилу, многое отходит на второй план. В том числе, где это происходит. В этом смысле я не сторонник путешествий за 3-9 земель, в 30-е царства государства, в полеты в трубу и прочие опыты над своей психоэнергофизикой. Путешествия в какие-нибудь Тибеты, Гималаи и прочие заповедные места, поверьте, друзья, главное происходит вот здесь. Туда же обращал наше внимание и тот
высочайший космический дух, о котором я сегодня говорил. Туда он обращал наше внимание. Поэтому давайте брать пример с него. И, конечно, будьте все здоровы. Поддерживаю. И спасибо вам, Юрий Евгеньевич, за интервью. И здоровья и вам, и всем нашим друзьям канала. До новых встреч. Счастливо. До свидания.